В составе футбольного клуба «Звезда» проведена замена. Вместо Аркадия Ибрекова, игравшего под номером 23, на поле вышел Евгений Фальковский, номер 6. Держи. Зачем, Макс? Куда полетел? Есть под контролем. Игры. Валерка с левой подал. 9 нет. Сереж, ты что делаешь-то, балбес? Иди сюда! Что я сказал?
Предупреждение получил Александр Смирнов, номер 33, футбольный клуб «Сокол». Не торопишься ты перед штрафной, блядь!
ёптать. Хорош, Паш. Не фали, Терес. Мяч, качка. Хорош, блядь. Блять, амнистия. Оп, твою мать, блядь. Сука, Федя, ты можешь с ноги выбить, а? Только победа! Только сложу, только победа! Суля! Женя, ты бил, Женя! Только сложу, только победа! Только победа! Только сложу, только победа! А куда? 30 секунд перебираем. Уважаемые зрители, встреча закончилась. Счет 1-0. Победу одержала команда футбольного клуба «СХЛ Саратов». Поздравляем с победой наших гостей. Дорогие болельщики, благодарим вас за поддержку нашей команды. Очередной матч футбольный клуб «Звезда» проведет на выезде 13 июля в городе Курске с местной командой «Авангард». Следующий домашний матч футбольный клуб «Звезда» проведет на своем стадионе 20 июля. Наша команда будет принимать футбольный клуб «Зенит» из города Пензе. Начало встречи 18:30. Уважаемые болельщики, приглашаем вас на стадион поддержать нашу команду. А «Сокол» на той дальней играл. Ну, вроде как, что время потянуть. До новых встреч, уважаемые друзья, и всего вам доброго. Дальней бровки перешу, пришел сюда. Они же «Соколов», фамилия одинаковая. Он сначала повернул второй номер за ним, потом говорит, не-не-не, 19. И пока Димка тут дошел, может, ну, секунд 20-30, так сказать. Ну да, секунд 20 выиграли. Ну, они так начали, побежали вперед. Посмотри еще раз.